Матч получился очень тяжелый, как эмоционально, так и физически. Готовы были к такому? Готовы, но команда у нас получилась разносторонняя. То есть многие игроки не знают друг друга, из-за этого несыгранность, ну и непонимание, так сказать. Но мы готовились к сложной игре, многое не получилось, ну и результат на табло. Ну, обе команды хотели победить, ну, закономерно то, что ничья. Хорошо, следующий вопрос. Судья не засчитал 2 гола, а 1 гол в ваши ворота засчитал неправильно. Как вы думаете, что это, злой рок или же судейские ошибки? Ну, судья, опять же, не робот, всякое бывает. Я считаю, что это игра, то есть мы свои моменты также не забили. Ни на что не жалуемся, все, думаю, честно произошло. То есть все так и должно было быть. Согласен, в футболе случается, бывает. Остался последний тур. Как думаете, решите задачу выхода? Ну, это будет довольно-таки тяжело, но мы будем делать все, что от нас зависит. Будем стараться побеждать и, возможно, повезет. Хотим, конечно, выйти. К этому и стремились. Все, спасибо, ребята.